Следуйте за мной. Хочу, чтобы вы работали на меня. Что я должен делать? Внедриться в группу анархистов и докладывать мне о них. Почему я? У вас есть голова на плечах, и вы вызываете доверие. Я верю в справедливое общество, свободное от любых запретов, где только сам человек может устанавливать для себя рамки. Бежим скорей! Полиция! Всем оставаться на местах! Я попал под облаву. Без него бы не выбрался. Теперь я его должник. Не отходите от них ни на шаг. Я хочу знать все. Вы все живете здесь? Да. Старайтесь вести себя как они, чтобы вас не заподозрили. Что ты здесь делаешь? Что ты ищешь? И все равно не нравишься ты мне. Да он просто ревнует, злится, что Элизе больше доверяет тебе. И вообще, что есть счастье? Это любовь, это творчество. Счастье — это жить и быть свободным. За нас. За нас. Кто со мной? Если пойдете туда, мы больше не увидимся. На улицах говорят, анархисты сумасшедшие, и это правда. Но это безумие породила система. Держите его! Вы арестованы! Ради чего еще стоит жить, как не ради любви? А ты сам любил когда-нибудь? С меня хватит, все кончено. Тахар Рахим. Слишком поздно, чтобы выходить из игры. Если откажетесь, станете одним из них. Адель Экзаркопулос. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты позаботился о Джудит. Анархисты. В кинотеатрах с 25 февраля.